Первый снег всегда приходит неожиданно, несмотря на все предупреждения синоптиков, но он выпал, вызвав удивление, радость и организовав очередные хлопоты и беспокойство. Не все водители переобули свой автомобиль в зимнюю резину, не все горожане успели утеплиться. Правда, пока одни пребывали в недоумении из-за быстрой смены погоды, другие оперативно отреагировали на осадки. Это про предприятие «Коммунальник». Вчера выпал снег, мокрый снег. Оперативно выдвинули транспорт для посыпки мостов и путепроводов, благодаря чему было все успешно предотвращено, гололед и все остальное. На сегодняшний день установлено 1246 ящиков, заполненные песком для предотвращения гололеда. Уборщики территории оснащены шансовым инструментом, это снегоуборочными лопатами. Оперативность и слаженность работы специалистов предприятия «Коммунальник» ничуть не удивляет. К зиме готовы во всеоружие. Для посыпки дорог и тротуаров заготовлено около 25 тысяч тонн пескосоляной смеси. Для проведения антигололедных мероприятий, уборки снега, 77 единиц спецтехники, в том числе тракторы, погрузчики и грузовые машины. Но даже если такого арсенала будет мало, вдруг очередной ураган накроет, пробираться через сугробы никому не придется. В случае экстремального погодных условий нам помогут порядка 25 организаций города. У них также имеется некоторая техника для работы в зимних условиях. Ну, в основном вся работа ляжет на наши плечи. Но мы готовы. Выполнять свою работу качественно и оперативно специалистам «Коммунальника» помогает не только техника, но и тесная связь как с синоптиками, так и с инспекторами ГАИ. Такое взаимодействие позволяет им всегда держать руку на пульсе и даже в суровую снежную пору не допускать транспортных коллапсов в нашем городе.